Привет! И это будни таксиста на Black Rush. Сегодня мы с вами покатаемся, понабираем людей, повыполняем заказы, ну и просто жизнь таксиста. Поехали! Итак, вот наш первый заказ. И давайте его возьмем и сейчас посмотрим, куда нам нужно ехать. А ехать нам придется, совсем недалеко, прямо здесь в Южном. И выезжаем. Кстати, одна из целей на Black Rush это вот такая тачка. А название ее GT63 SAMG. Она мне очень понравилась, я люблю Mercedes. Конечно, Жигули всегда круче, но Mercedes как-то прикольней. Вот мы и подъезжаем к нашему клиенту. И я подготовил одну команду с биндером, которую сейчас вам покажу. Клиент садится и добрый день. Яндекс.Блэк прибыла. Прошу вас присесть на пассажирское место, пристегнуть ремень безопасности, ввел геолокацию в GPS. Прошу оставить хороший отзыв. Приятной поездки. Ну а вообще я в такси для души работаю. У меня есть свой бизнес, машины, дом. Кстати, на Рублевке живу. А такси это так, для души. Кстати, вот эта машина, в которой мы сейчас с вами едем, это тоже моя личная. Я на ней езжу всегда, ну и как-то так. Так что работаю только для души. А вы чем занимаетесь? Где-то я слышал уже эту историю. Ладно, я работаю медбратом. И помогаю в операциях, или просто помогаю людям, выписываю медкарты, ну и так далее, также лечу их. И особо не богат, но думаю, позволить себе бизнес-класс я могу. Зарплата у меня неплохая, около 35 тысяч, и плюс я еще подрабатываю на заводе, и... Там тоже где-то прибыль около 10 тысяч, так как я работаю там не всегда. И думаю открыть свою закусочную, потому что сейчас я взял кредит в банке, чтобы осуществить свою мечту. А мечта у меня была как раз бизнес. И сейчас я еду на работу, а там, думаю, после открою закусочную. Кстати, приглашаю, она будет в центре Арзамаса. Надеюсь, скоро откроюсь. Только и. Мечтать не вредно. Конечно, желаю вам приятного открытия, но мы уже скоро подъедем, так что готовьте свои деньги и 5 звезд. Приехали, можете выходить. Спасибо за 5 звезд и за чаевые. Опа, новый клиент. И тут тупо чел забагал нам машину, и мы стояли где-то минут 5, пока он все-таки не вышел. Скорее всего, он специально встал, потому что не смог поймать такси. Ну, а потом мы уже поехали. Довез я пассажира, получил 5 звезд и 1000 рублей. Но тут по мне начали стрелять. Почему вообще у казино нету зеленой зоны? По-моему, это как-то странно. Здесь я забежал, чтобы закупиться ремочки и поднять себе хпшку. Потому что после выстрелов и не такое пришлось пережить. Заказов пока нету, а рейтинг 5 звезд. Вот так должна выглядеть Black Rush, чтобы все так ездили. Это РП, это очень прикольное. И очень прикольно видеть, когда ты стоишь на светофоре, перед тобой машина. Допустим, если сзади, включаешь поворотник и просто стоите на светофоре. Но
Ну а тут я нашел клиента у больницы. И он попросил его довезти до ТК, до ТК Батырева. И сейчас мы поедем туда. Довез я клиента, а тут мне предложили купить сим-карту за 170 тысяч. Я, конечно, купил, потому что у меня не было четырехзначной симки. Теперь можете звонить мне на Блэк. Буду ждать от всех звонков. И теперь у меня есть четырехзначная сим-карта. Берем новый заказ и едем с вами ближе к Рублевке. Ну а тут, походу, доездился. Берем человека и теперь едем. Я не понимаю блокрашу с точками. Когда человек ставит метку, и да тут нельзя доехать до такси. Сейчас просто заказ отменится. И вот я получил 357 рублей, 5 рейтинга и 1 очко опыта. На трассе Арзамаса произошло ДТП, в котором водитель такси не справился с управлением и влетел в иномарку, которая ехала по встречной полосе. Водитель такси на марке авто Mercedes GT63S AMG, или как Mercedes, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia K5. Как выяснено, водитель иномарки и водитель такси скончались сразу же. Пассажир такси сейчас госпитализирован в ближайшую центральную Арзамасскую больницу. На место через минуту приедут пожарные и врачи скорой помощи. За событиями будет следить наш коллега Артем Нигмадянов.